Всем привет, мои дорогие, с вами Ирина Буханова, и сейчас мы с вами отправляемся в светофор. Посмотрим, какие товары хорошие, а какие не очень. Ну что, погнали. И первое, что мне попадается, вот такая каша гречневая, 29 рублей. Смотрите, вот такая баночка. А каша-то у нас с говяжьим фаршем. Но в составе на первом месте идет жир, а это не очень хорошо. 340 грамм здесь. Дальше килька 27,50. Кстати, вполне себе съедобная килька, я такую уже брала. Внутри, правда, очень мелкая рыбка, но ничего. Очень даже вкусно. Ну, в принципе, за такие деньги очень даже ничего. Можно взять и супчик приготовить, к примеру. 240 грамм здесь масса. Так, идем дальше. А дальше у нас закуска. Закуска Венеция. Вот такая баночка. Овощные консервы. 460 грамм здесь. На первом месте кабачок, морковь, лук. Ну, в принципе, неплохая закуска. Сама я не пробовала, но у меня брала такую закуску мама. Ей очень даже понравилось. Поэтому с ее слов могу сказать, что вполне себе съедобная. Соус для спагетти. 41 рубль. Вот такой темный соус, баночка такая стеклянная. Сама не пробовала, поэтому не могу вам сказать, вкусно или нет. Если кто-то уже брал, пишите в комментариях, а мы давайте посмотрим состав. И сделан, получается, на основе томатной пасты, что не очень хорошо, поэтому я не знаю, рекомендовать не буду. Кто пробовал, пишите. Пюре вот такое. Такое пюре могу рекомендовать. Дочка такое любит, фиксики. Берем постоянно, очень даже вкусное. И хотя оно для детей раннего возраста, детям всех возрастов оно понравится. Макароны вот такие тоже могу рекомендовать. Брала прямо такую большую упаковку. Мне хватает надолго. И за такую сумму я считаю, что очень даже можно брать неплохие макароны. 3 килограмма 124 рубля. Овсяные хлопья 97 рублей. Не брала. 1,5 килограмма здесь. Смотрите, вот такая упаковочка. Здесь написано, как готовить такие хлопья. Способ приготовления. Дачный сезон. Вот так вот, 15 минут и все готово на 4 порции. Ну что могу сказать, я считаю, что удобно. В принципе, удобно и быстро, без добавок, написано без сахара, без ГМО. Натуральный продукт. А вот этот рис круглозерный я беру часто. Его очень длительное время не было у нас в светофоре, наконец-то он снова появился. Поэтому я решила себе взять упаковочку. Мне очень нравится и вкус, и как рис разваривается. То есть, ну, хороший рис, могу рекомендовать и за такую сумму особенно. Так что берем и двигаемся дальше. А дальше у нас десерт кремовый, 64 рубля. Такой десерт я брала. У меня даже на канале есть видео, как я готовлю торт с таким десертом. И очень даже он съедобный. Таким десертом я промазывала верх торта, и получилось очень вкусно. Да и сам по себе десерт действительно вкусный, поэтому я рекомендую однозначно, мне очень нравится. Смотрите состав, ставьте на паузу. Можно просто ложкой есть, добавлять в кофе, в общем-то удобно. Далее, томатная паста 95 рублей, вот такая большая банка, смотрите, иранская. Честно вам скажу, не обращала внимания ранее на такую банку, поэтому я даже как-то не знаю, была ли она у нас в светофоре или нет. Из Ростовской области приехала к нам такая баночка. Ну вот состав поставите на паузу. Вначале тут снова томатная паста. Полагаю, что для приготовления блюд подойдет. Далее кукуруза 39 рублей. Вот такая баночка. Я сейчас, кстати, возьму такую банку, уже брала. И мне понравилась кукуруза для салатов, отлично подходит. 400 грамм. Ну, в принципе, очень даже неплохая, я вам скажу, мне понравилось, поэтому беру снова. Тут, кстати, на этикетке описан рецепт тортильи с тунцом, так что можно приготовить по рецепту, используя кукурузу. Двигаемся дальше, зашли в холодильник, видите, здесь у нас овощи, фрукты, ну, все, что осталось от завоза, наверное, к праздникам. Груши вот такие, не очень презентабельные. Киви тоже уже, мне кажется, подпорчено все-таки. Ну, есть яблочки. Не знаю, цены не видно. Двигаемся дальше. Грейпфрут 74 рубля. Что у нас здесь? Молоко 44 рубля. Такое молоко брала. И мне понравилось. Варенка, сгущенка с сахаром тоже, кстати, брала. И, пожалуй, сейчас возьму еще раз такую баночку.
Мне очень нравится использовать для приготовления быстрых тортов с вафельными коржами, поэтому я такое беру. Густая, кстати. Кальмар 166 рублей. Вот такой кальмар я здесь не видела. Смотрите, вот такая упаковочка. Холодного копчения 300 грамм здесь. Ну, не знаю, выглядит в принципе ничего так. Аппетитные кусочки, как вы считаете, пишите в комментариях. Также, если вы пробовали, рассказывайте. Рулет 220 рублей. Рулет вот такой куриный классический. Брала такой рулетик. Честно вам скажу, мне просто не очень понравился. Но это более на любителя. Например, мужу у меня понравилось. Поэтому кому нравится, а кому нет. В составе здесь мясо куриных окорочков с кожей. Также есть красители различные, усилители вкуса, стабилизаторы. Ну, такое себе, я вам скажу. Далее колбаса 426 рублей. И вот такую палочку я возьму своей маме. Ей понравилось, поэтому я беру уже второй раз такую колбасу. Состав тоже, конечно, не самый лучший, но вкус у этой колбасы неплохой, честно вам скажу. Тут у нас и свинина, и шпик, и говядина. В общем-то, всего хватает. Но мы с вами чуть дальше двинемся и перейдем вот сюда, в раздел сыров и различных вкусняшек. Так, а что у нас здесь за сыр? Сыр Дружба, плавленый. Ну, я полагаю, конечно, уже не как раньше был сыр вкусный Дружба. Все мы его помним. Так, посмотрим по составу. Ну, вы поставите на паузу и изучите. 400 грамм здесь. Крем сливочный, трубочки. Так, что это у нас такое? А это получается вафельные трубочки с кремом на основе из сгущенного молока. И здесь их очень много. Смотрите, сколько же их здесь штук. 4, 5 штук. И за такие деньги, конечно, подозрительно. Так, здесь у нас продукт растительно-жировой. Ну, по типу творога 26%. Возможно, для какой-то выпечки, для чего-то такого можно использовать. Но чтобы просто вот так есть, лучше не брать. Лучше взять натуральный творог. Нектар из яблок вот такой вот замечательный. Кстати, очень даже неплохой, я вам скажу. У меня дочка такой брала, и ей понравился. Ну и состав здесь тоже неплохой. Сок из яблок, пюре из яблок. В принципе, очень даже можно брать такой напиток. Ну, видите, рекомендуется с 8 месяцев. Так, ну и все. Вот такой обзор у нас сегодня с вами получился. Пишите в комментариях, как вам. Кстати, вот что я купила, принесла домой. Вот такой мясной деликатес. Муж взял себе попробовать. В составе здесь свинина, различные добавки. Конечно, не самое полезное. Также масло вот такое. Масло часто беру и мне нравится. 500 грамм, большая упаковочка. Поэтому я такое беру в светофоре. Могу рекомендовать, использую для выпечки, для приготовления различных блюд. То есть меня такое масло устраивает. Как и сказала вам, беру вот такую вкусняшку для дочки, фиксики. Ну, ей нравится такая штучка, поэтому не первый раз берем. Вот такую колбасу мы взяли, точнее это ветчина рубленная. Я в основном использую такое для приготовления пиццы. В принципе, неплохо. Но если просто для подачи на стол, то лучше не брать, конечно же, а взять что-то подороже. Ну, а для пиццы сойдет. Также взяла сгущенку, точнее варенку. Мне нравится, поэтому беру и брать буду также далее. Полностью меня устраивает и вкус, и цвет. И кукуруза также устраивает полностью, нравится. Вкусная, хорошая для салатов, самое то. Так что, дорогие мои, на сегодня это все. Вот такие продукты я принесла домой. Вот такой обзор у нас с вами получился. Пишите в комментариях ваше мнение. Также сейчас я вам покажу чек обязательно. Вот, пробежитесь, посмотрите, поставите на паузу, что почем. Ну, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Всем пока-пока, с наступившими вас праздниками и с предстоящими. Скоро увидимся.